Здравствуйте, дамы и господа, с вами опять Серега, мы продолжаем играть в Assassin's Creed, продолжаем проходить, и мы практически уже тут добрались до следующей точки нашей миссии. Так, паркуемся. Паркуемся, блин. Погнали. Да ну. Погнали, посмотрим, что здесь есть хорошего. Так, ну давайте, я, наверное... Так, у вас есть карта тамплиера с привязкой к этому месту. Перейдите в режим работы с картами. Карты. Ну. Северная Атлантика. Что там Северная Атлантика? Атлантика, Ривервелли. Ривервелли. На кладбище только у нас здесь. Мы же в Ривервелли. Да, мы в Ривервелли. Так, на кладбище где-то у нас здесь. Надо будет встретить и выкопать карту сокровищ. Так. Сундучки. Сундучки — это деньги. Это просто прекрасно. Так, ну я предлагаю, ребята, давайте-ка я сейчас быстренько все сундуки соберу. Все сундуки я соберу. Сейчас мы с вами синхронизацию вот сделаем. Ну, давай, залази уже. О, о, оп. Кыш, птица. Я сейчас по-быстрому сундуки соберу, и мы с вами продолжим. Ну, чтобы нам локацию не оставлять такую незаконченную. Раз пришли, надо собрать. Поэтому сейчас я по-быстрому соберу и продолжим мы сами. Нашли мы тут местечко, где можно покопать. Так, смотрим. Вы получили первый артефакт тамплиеров. Соберите все, чтобы получить награду. И все. И все, что ли? И что, у нас эта карта исчезла? Хоть голову нам морочить не будут больше. Отлично. Погнали. Погнали. Так, шаньки у нас где-то здесь. Где-то на крыше. Так, наша барышня ходит здесь. Еще здесь остаточки. Остатки дособираем. Четвертый сундук, и нам надо еще вот эту вот поймать штуковину. Только как ее ловить, я фиг ее знает. Так, где она? Вот она. Понеслись. Есть. Но мы просто крутые. Так, смотрим. И в принципе, все. Все собрали. Все чудесно. Действия какие-то надо делать и продолжать искать, не знаю, что это такое, но тем не менее, давайте. Да будет свет. Начать задание. Смотрим. Ты опоздал. Небо уже хмурится. И не только небо, да? Мастер Франклин, сэр. Меня зовут Шей. Это моя спутница Хоуп. Уильям Джонсон велел передать это вам. А, спасибо, но боюсь, эксперимент откладывается. Что это значит? Армия конфисковала мой громатвод, а без него не получишь электричество, необходимое для вашей шкатулки. Мастер Джонсон вряд ли захочет ждать. Возможно, вы можете помочь. Солдаты весь день таскают вещи. Может, они скажут вам, куда забрали громатвод, а вы его вернете? Рад служить, сэр. Попробуй поискать на рынке возле доков, а я помогу Франклину. Такие, раз. Оставайтесь незамеченным. Прикинулись такие, да? Валенками. Активировать и найти свою цель. Сейчас найдем. Орлиное зрение позволяет замечать любопытные детали. Если оно активировано, противники и животные подсвечиваются красным, а цели и задачи — золотистым цветом.
Нажмите V, чтобы использовать орлиное зрение. Помните, орлиное зрение доступно во время бега. Используя орлиное зрение, вы можете помечать до 5 противников, просто посмотрев на них. Помеченных врагов вы будете видеть через стены даже тогда, когда прекратите использовать орлиное зрение. Классно. Вон он. Преследуйте солдата. О, прикольно. Прикольно. Выследите. Так. Следим, следим за ним. Так, он сейчас туда пойдет. Не оглядывайся. Похоже, за мной следят. Тебе просто померещилось. Ну, я посмотрю. Так, он сейчас через всех этих пойдет, что ли? Да ну. Да такая фигня. Тихо. Подожди. Подожди, выследить надо. Здесь никого. Никого тут нет. Так-то откровенно такой бред. На глазах в сток запрыгнул. Тут никого. Круто. Следим. Это последнее? Так точно, сэр. Несите туда же. Заберите громоотводы. Заберите громоотводы. Не-не-не, никого нету. Тебе тоже померещилось. Иди сюда. Иди сюда, что-то скажу. Есть. Ну как я тебя долго выслеживал-то, а? Иди сюда. Отлично. Проходим. Интересно, зачем мастеру Франклину нужны эти стержни? Гроза со свиньями. Гроза расходится. Так, как валить-то отсюда? Блин, что-то я залез куда-то. Что-то я залез, похоже, в самую задницу. Подожди, как вас тех тут поубивать-то? Или просто пройти бы мне как-нибудь? Черт побери. Можно? Будем думать, что можно. Дополнительная задача. Не плавайте. Хорошо, не будем.
Валим, 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 валим. Здрасте. Шей, слава богу, быстро, прямо от вас. Возьми в руку и подними над собой. Ага. Нифига у него здесь. Местный, блин, гений. Это карта. Что за место? Португалия. Лиссабон, могу поклясться. Шей, скорее уходи. Вот-вот появится патруль. Станут задавать вопросы. А как же ты? Я образцовая экономка. Ясно. Классно. 100% синхронизация. Да будет свет. Прекрасно. Прекрасно. Все хорошо. Прекрасная маркиза. Так, как-то надо научиться бы еще грабить. Так, а куда нам бежать-то? 700 метров. Давайте посмотрим. Куда нам бежать? Куда-то вот сюда. А я там только что был. Ближайший бюро Маунт Вернон. Хоп будет ждать меня. Я не на запись, когда играл сейчас. Думаю, надо побегать, сундучки пособирать, там всякую фигню. И я поэтому туда катался. Сам полностью все собрал. Так-то нифига гроза. Круто. Денежка у нас чуть-чуть появилась, но я продал вообще все. Ну, в том плане, что я продал все ресурсы. Оставил по чуть-чуть. Оставил по чуть-чуть. И мне их не хватило для дальнейшего апгрейда. Но я думаю, что как только мы выйдем в открытое море, ресурсов у нас будет достаточно. Погнали. Ресурсов у нас будет достаточно. У нас корабль теперь и вперед стреляет, и назад, и сзади воду поджигает. И таран у нас даже есть там. Вон, смотрите, там, вон, видите, вода там рассекается под водой. Ну, как-нибудь на волнах будет качаться, когда я покажу. Опа. И мы даже стреляем сейчас шикарно. Вот так как-то. Улучшил я еще штуки вот эти. Они у меня теперь латунные. То есть они были сначала какие-то железные, потом стали бронзовые, потом стали латунные. Ну-ка, уйди. Уйди от... Четыре, еще одного. Все, управились. Хорошая штука. Можно уже мало внимания обращать. Вот как раз и ресурсы будут. Прикольно. Это не может не радовать. Да, дерево, металл. И денежка 750 нам, думаю, не помешает абсолютно. Все, все спасибо, всем свободны. Так. Где у нас там? Где наша бухта? 400 метров. Такой лоханкой нас, наш корабль уже не, не остановить. Что-то я забалтываюсь. Такой лоханкой нас не остановить уже. Причалить. Заходим. Пройдите дальше, чтобы разблокировать это действие. Ну, здесь я уже полностью все собрал.
Здесь у меня абсолютно все чисто. Вот это я не знаю, что такое-то. А, это у нас всякие ресурсы можно подобрать. Ну-ка. Боеприпасы. А, блин. Погнали. Что-то вот любитель по всяким там нычкам тихарится. Так. Смотрим. Зацепиться не желаете? Не желает. Ты уже здесь, что ли? Нифига ты резкая. Господи помилуй. Часть 02. Круто. Ну и да будет день. Класс. Лиссабон лишь немногим меньше Лондона. Уверен, что найдешь это место. Несомненно, Хоп. Монастырь. Недалеко от гавани. Пару раз я навещал тамошних сестер. Что ж, раз ты там уже бывал, эта обязанность ляжет на тебя. Понимаешь, что нужно сделать? Найти святыню Притеч и забрать частицу Эдема. У нас появился подходящий корабль. Не волнуйся, Шей. Я присмотрю за Морриган. Спасибо. Мы с Лаймом отправляемся в путь. Лайм не сможет поехать с тобой. Корабль ждет. Будь осторожен, Шей. Частица Эдема наполняет сила. Да прибудет с тобой сила. Когда ваша шкала здоровья почти опустеет, покиньте бой, и она постепенно восстановится. Да, это мы знали. Что за корабль-то? О, это наш корабль. Лиссабон, Португалия, ноябрь 1755 года. День всех святых. Красота. А я роюсь в грязи под церковью в поисках какой-то древней реликвии. Ха, странные нынче времена. Benedictus est, Domine, Deus universi quia de tua largitate acepimus vinum, quo tibi offerimus, fructum vitis et operis manum hominum, ex quo nobis fiet potus spiritualis. Чую, по этим, по всем выступам придется мне скакать. Доступно какое-то изготовление, подсумок, ремесла. Приобретено. Кожа горбатого кита. Еще одного кита надо зафигарить. Подсумок 2. Шкуры лисы, шкуры песца. Прекрасно. Так. И у нас с вами 30 патронов. 30 патронов. Это просто круто. Эффективность гранат. Так, ну это еще ничего у нас не готово. Используйте орлиное зрение, чтобы открыть храм. Вон какая штука там. Хм. И вон там тоже какая штука. Треугольная. Как-то может быть подняться? Или что сделать-то надо? Хм. Странно это все. Да. Так. Может быть здесь? Давайте посмотрим. Давайте проверим. Нифига у них здесь. Постройки, блин.
Так. Что-то подняли. Вон еще эти штуки. Так, у каждой, наверное, этой фигни. У каждой этой фигни есть, наверное. Так, а где эта вторая? Вон она. На площадке. Там никто вверх не смотрит случайно. За шиворот насыпется кому-нибудь сейчас пыль. Можно было понизу просто залезть. Тихо. Залазим. Сейчас треугольничек должен подняться. Так. Одна. И где вторая? Интересно, зацепится, нет? Да не сюда же. Класс. И последнее у нас осталось. Где-то последнее осталось. Где-то же здесь же была. Вон она. Нифига себе, как высоко. Как-то туда надо попасть. Так. Такими значками все помечено. Вот к чему это все, к чему вот эти сложности? Я просто думаю, вот если кто-то это все строил, да, вот. Так, последний. Доберитесь. О, нифига. Кажется, нифига проход. Святыня Предтеч. О, круто. Круто. Что это у нас тут? Магия. Артефакт. Магия. Какая странная хреновина. Ловушка? Хотя нет. Валим. И все таки в шоке, что происходит. Ох, нифига здесь. Что-то мы натворили. Нехорошее. Ой. Ой. Это не я. Это не я сделал. Тут само все развалилось. Тут само все развалилось. Нифига себе. О-хо-хо, вот это.
куда-куда. Лошадка. Бежим. Здания прям шатаются, смотрите. Продолжайте двигаться вперед. Да продолжаю, как могу. Нифига себе. Ой-ой-ой. Ой, куда меня? Валим, валим, валим. Я не знаю, куда бежать, просто бегу, что вроде как дорога. Бегу, вроде как дорога. Нифига там. Нифига, тут просто все обваливается. Вот это катаклизм. И все из-за артефакта. Ой, ой. Ой. Как-то я упал не очень хорошо. Покиньте Лиссабон у меня. Задание. Бежим, бежим, бежим. Уйди, мужик, с дороги. Залази уже. Продолжайте двигаться вперед. Да я понимаю. Ой, ой, ой. Держись, казак. Атаманом будешь. Побежали. О, нет. Черт побери. Поздно увидел, когда нажал прыжок, уже поздно увидел, что можно было по этим штукам. Погнали. Дубль 2. Дубль 2. Так, здесь мы проходили. Здесь мы проходили, это мы уже видели. Ага. Кошмар какой-то. Жесть какая-то. Оп. Бежим, бежим, бежим. Нифига. Кошмар какой-то. Лиссабону трындец пришел. Мужик, не стой, беги. На море как-то поспокойнее будет, мне кажется. Как Господь допускает такое? Господь тут совершенно ни при чем. Вот это мы устроили. Массовку и движуху. Задание выполнено, Господи помилуй. Синхронизация 100%. Классно. Ну и все, ребята, на этом с вами буду прощаться. Не забывайте ставить палец вверх, оставлять комментарии. С вами был Серега. Увидимся в следующей серии. Всем счастливо. Всем пока-пока.